Так, всем привет. У нас PlayStation. Аккуратно, папа будет ругаться сейчас. Блин, дубль два. Ну давай, папа, открывай. 2019 год. Сегодня у нас какое число? 15.01. Конечно, можно было это купить в Черную пятницу. В конце концов, перед Новым годом. Мы долго думали очень. Да. Не успели. Перед Новым годом можно было взять тоже за 23 тысячи. Сейчас она уже по 26. Чего? USB кабель. Питание. Геймпад. Вот он, красавчик мой. А у тебя на том, который ты купил, какой-то домик еще нарисован. Потом сейчас посмотришь, да. Сравнишь. Это наушник, по-моему. Угу. И такие бандуры такие. Как из 90-х. А, слушай, здесь этот... Нету, да? Здесь звук. Я думала, там тут этот можно говорить. Зацепка вот она цепляется. Это что? Жди меня кабель, а телевизор подключаешь. Угу. Сына. Смотри, он замигал. Захар нажал. И... Ну, прикольно. Сыночек, это дорого стоит. 5000 один жестик. Первая игра. Horizon. Zero Dawn. Полностью на русском языке. Не для продажи отдельно, но мало ли что они пишут. Следующая. Тоже не для продажи, написано 0+. Gran Turismo Sport. Именно поэтому для гонок мы и купили второй джойстик. Тоже не для продажи. А вот до Нового года были... Я смотрела обзоры, там был всего один диск не для продажи, остальные без такой надписи были. God of War. Ну, это, если я правильно прочитала, это у нас что? Паспорт? Угу. Просто паспорт. PlayStation Plus на 3 месяца. Ну, здесь... Ничего нет, да, что нельзя? Ну, там код активации. Там внутри, да? Да. Ага. А это? Еще какая-то инструкция. Ну, как всегда, 2-3 суют. Вот она, красавица. Красотка наша. Слим, мы про не стали покупать, так как это 19-й год. В 19-м году уже будет презентация PlayStation 5. И в 20-м году, по идее, PlayStation 5 может уже выйти. Ну и поэтому мы не стали пробрать. Плюс у нас телевизор не 4К, он не поддерживает, и поэтому вот, красота. Боже, он матовый, все как я хотела. Глянцевый. Глянцевый я уже не люблю, мне не нравится как-то. Смотри, он поцарапанный. Что-то. Ну ладно. Так, получилось, что он поцарапался тупо вот просто об эту коробку. Да мы вот сейчас, Захар, может, докидали, вот, или Захар вот кинул, или вот кидают же, она как-то, может, при ударе царапнулась. А ты понимаешь, что это? Слимка, действительно, слимка, вот моя рука. Моя рука, в общем-то, маленькая, и он очень тонкий. Очень тонкая приставка. Я так понимаю, сюда диск, да, суется? А как ее выдвигать? Тут есть кнопка. Есть? Или просто засовываешь. Не... Слушай, не... вот она кнопочка. Слушай, ни этого, ни пульта, ничего, да, не надо? Ничего. Она просто похожа на этот, как он, DVD-плеер. 2 USB-порта. Это AUX такой. Прикольно. Это... Где? Вот AUX. Это для подключения этой... VRAY, вот этого вот, как она называется. VR очки, виртуальная реальность, да.
Что тут еще? Может, HDMI и LAN-порт для к интернету подключения. Ну, все, включим. Для вас остаются. А, ну, а... Мне нравится шершавая, супер. Уже так след остался. Да, он просто ударился об что-то. А есть провод для зарядки, Антон? Ну, джойстика, да, есть? Да. В самом начале я же показывал. А, ну я прослушала. Ого, какие они тяжелые коробки от яиц. Ну все, Здоровается? А, говорит как? То есть их зарядить, да, надо его? Он типа не заряжен? Присоедините беспроводной контроллер DualShock 4 при помощи кабеля USB. А где ж кабель? Ага. Давай. Эпилепсия? А при чем есть эпилепсия? Второй джойстик, да? Ну такой. Не оригинальный. Как правильно сказать? А? Аналог. Анал-манал. Ой. В общем, установили игру. Как правильно? Гран-туризма. Гран-туризма. Я все путаю с одной другой такой игрушкой. Вот время, видите, уже сколько час, наверное, прошел. Короче, немножко от направления. Ой, от управления в шоке, конечно. Это вам не... Sega и PlayStation 1. Да? Ну, я вообще в такое не играл никогда. Ты убежал. Выпрыгнул. А что ты сделал? Флешку вставил? Я же все равно не умею играть. Вот где море, бери. Ага. Потому что я не люблю вот эти круги, ну, которые как трассы или правильно. Так, ну что, ребят, день следующий. Папа наш на работе. Ой, нет, неправильно. И я что хотела сказать-то. В общем, вчера мы с мужем-то играли в гонки, все как было задумано. Значит, что я должна сказать про вот этот джойстик, геймпад, который мы купили за сколько? За сколько-то? 2600. Вот от него упаковка. Вот он этот. Значит, 2620 его цена. 12 месяцев гарантия, кстати. Значит, он пытался вчера муж настроить все как надо. К нему вот паспорт идет, видите. Я, кстати, завтра ему его покажу. Может быть, этот не завтра, а сегодня.
Так вот, он, знаете, какие? Вот мы в гонке играли. Для драк, конечно, может, он все подходит для прохождения. Но вот мы в гонке играли, он в гонках лево-вправо автомат, когда выбираешь коробку передач. Мне очень удобно все вот так играть, нежели чем вот этими штуками. Вот этот геймпад, он как бы, хотя здесь вот такие кнопочки есть, может, вот эти повороты. Потому что на оригинале нет таких кнопок. Раз. Может, вот это оно, нет. Все остальное. В общем, вчера у нас вот так вот он не срабатывал. Муж, он постоянно врезался, машина не ехала. Так что вот так вот. Как-то вот так вот, ребятки. Не знаю. А так, да, на механике можете управлять, но мне кажется, на механике сложнее. Вот этими кнопками тогда можете спокойно ездить этими машинами, управлять автомобилями. Я еще не включала. Что-то заляпали мне тут телевизор, блин. Этот как будто кто-то дыхнул. Я еще не включала, сама пользоваться не умею, но сама сейчас я буду учиться, потому что если сама не начнешь, то и не научишься. В общем, вот она, моя красавица, там стоит. Да, кстати, от этого джойстика, вот, что, который сейчас я вам показывала, смотрите, идет, видите, USB-шка такая. Вот она, USB-шка, вот она тут будет гореть, такая штучка. Там сейчас у нас стоит диск. Гонки, я все называю гонки по старинке, гонки, они в Африке, гонки. Названия вот эти я не могу. Гран-туризмо спорт, вот. Ну, в общем, все, можно сказать, я разобралась. Ну, как бы единственное, что пишут бесплатно, в итоге потом загружаешь то, что бесплатно игры, а они потом показывают цену, сумму, что как бы за это надо заплатить, надо вот тот же Sonic. Ну, в общем, ладно. Благо, есть в наборе игры. Вот я сейчас загружу вот эту. Гонки я уже достала. Ну, долго теперь будет грузиться само собой. Это как бы естественно. Установила я игру. Такая красочная, красивая. Ну, я так обзор мельком смотрела, конечно, в интернете. Что могу сказать? Последний PlayStation, который я играла, это был первый. Далее я потом играла уже на ПК. На ПК мне жутко не нравилось играть, ну, кроме как, может быть, Sims 4, там, Sims 3 тогда был, Sims 4. Понятное дело, вот в гонке, в драке мне жутко не нравилось играть, потому что без джойстика, да, если. Я понимаю, что сейчас можно и геймпады, да, подключаю все к компу, понятно. Но, в общем, я давно мечтала о приставке, вот поэтому я очень рада. На данный момент пока мне все нравится. Спасибо за внимание и всем пока-пока!